Наш учредитель – Департамент спорта города Москвы. Вместе к новым победам! Тем временем угловой удар подается у ворот Академии. Академия Коноплёва подает угловой удар около ворот Динамо Минск. Разводит мяч. Гол! Один из самых красивых мячей на этом турнире. Это домашняя заготовка определенно. Очень красивый удар. Угловой подавал Альмуков. Мяч получился пропустить. С мячом Шеломицкий. Хорошая передача на Манюка. И Манюк двигается. Удар! Гол! Вот это контрвыпад. Контратака буквально по одному флангу была произведена футболистами «Динамо Минска». Из передачи Максима Шеломицкого 23-го номера Егор Манюк забил. Хорошо отыграли сейчас в прессинге. Бондарик выносит мяч. До конца работают в защите футболисты Коноплёва. Удар. Гол! Ну вот такие вот голы тоже бывают. Не вытекала ситуация, скажем так. Не вытекала из логичного хода вещей. Старались, на самом деле, выиграть этот турнир. И, соответственно... Это случилось в 2016 году, потому что в 2015 «Зенит» выиграл. Удар. Великолепный мяч. Прошу прощения, прервусь. Великолепный мяч. Только что забили футболисты минского «Динамо». На опережение подкараулили футболистов. Ярослав Губашин. Счет 3-3 по-прежнему. Шатун скинул назад. Великолепная передача от центрального защитника. Догоняет мяч. Удар! Удар! Гол! Как же Костя Бондарик не удержал сейчас мяч. Но, тем не менее, нужно отдать должное футболистам Академии имени Юрия Коноплёва. Хорошо. С мячом Макаревич. Подкате хорошо играет футболист Минская, но и в перехват Тольятти. Есть вариант. Гол! Еще один гол забивают футболисты Академии Коноплёва. Переломили ход встречи, которая складывалась не так хорошо для Академии Юрия. В подкате Тольятти. В центре Василевича нашли. Но это все, и Академия Коноплёва празднует абсолютно заслуженную победу в этом матче. Не сказать, что они были лучше, если честно, но самое главное в этом футболе то, что победители, разумеется, никогда не судят. И главное это то, как ты можешь реализовать свои моменты. В этом компоненте Академия Коноплёва была намного успешней. Тольяттинцы с победой, минчане не расстраиваться, и вот все это. Наш учредитель – Департамент спорта города Москвы. Вместе к новым победам!